Шесть спортсменов из Дагестана представляли наш регион на чемпионате Европы по пара-тэквондо, который проходил в Турции. Каждый завоевал призовое место. Сегодня встреча в аэропорту города Грозный. Шесть спортсменов сборной команды Дагестана, входящих в состав сборной России по пара-тэквондо, участвовали на чемпионате Европы, который проходил в Турции. Данный вид спорта для людей с травмой или отсутствием рук. Правила, как рассказывает президент Федерации данного вида спорта в Дагестане Руслан Биарсланов, практически такие же, как и в обычном тэквондо. Одним отличием является запрет бить ногами в голову. Разрешается только в жилет, корпус. На данный момент число тренирующихся в Дагестане где-то 25 человек. Ну, кто-то приходит, кто-то уходит, но основной костяк 20 человек. 20, конечно, мы все не могут ездить на чемпионат мира Европы. Когда мы участвуем на чемпионатах России, выявляются сильнейшие, и только первые номера, вторые номера тоже могут попасть на чемпионат мира или на Европу. Но на данный момент вот с этого на этот чемпионат Европы попало 6 дагестанцев. Это 3 парня и 3 девушки. 2 года, как открылась Федерация пара-тэквондо в Дагестане. За этот короткий период ее президентом и тренерами-наставниками проделана огромная работа. Поиск спортсменов, а также немало трудностей к привитию их занятиям данным видом спорта. А аргументов масса, поверьте, отмечает Руслан Биарсланов. Одним из таких является спортсмен из Хасавюрта Магомед Загир Салдибиров, который завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Первый был самый трудный, это был как в Турции с турком. Был очень трудно. И второй был бой был трудный, тоже турк. И третий бой турк. Четвертый испанец. Все бои были трудные, честно говоря. В финале 2-0 только выиграл, еле как. Магомед Загир Салдибиров тренируется в Хасавюрте и Махачкале под тренерским руководством Имампаши Умаханова и Арслана Биарсланова. Спортсмены из Кавказа всегда являлись одними из лучших на международном уровне. И очередной турнир чемпионат Европы по пара-тэквондо этому доказательство. 1 золотая медаль, 2 серебра и 3 бронзы. Магомед Магомедов Хасавюрт, Семиль Абдулова Махачкала, Заира Иразиева Манаскент, Мариам Салимгиреева Каспийск, Зайнудин Абаев Буйнакск. Несмотря на то, что спортсмены из разных регионов, объединяет их одно общее дело – любовь к спорту. Как всегда в финале, за всех переболеешь сначала, переживаешь, а потом уже сама выходишь. Ну ничего так, бои были вроде бы нормально, все прошло, все хорошо. Будем дальше стараться, надеяться, как говорится, на лучшее. Севиль Абдулова занимается пара-тэквондо уже на протяжении 3 лет. За эти годы стала обладательницей золотой медали на чемпионате России и мира и призер многих международных турниров. 6 человек, которые представляли Дагестан, 6 призовых мест, 6 пара-тэквондистов, которые, несмотря на все преграды в жизни, идут только вперед. Чемпионат Европы – выкладка каждого участника и в итоге 100% результат. Арслан Дациев, Магомед Тимерсултанов, информационная программа «Пульс».